Четкое программное выступление президента по выходу из кризиса после сбивчивого объяснения министров на совещании семинария в подмосковной Истре с главами регионов и муниципалитетов президент Владимир Путин расставил приоритеты антикризисного плана. Наши стратегические цели остаются, конечно, прежними. Необходимо обеспечить высокие темпы роста экономики, эффективность и повышение производительности труда. Не об изоляции. Также Владимир Путин подчеркнул, Россия обязана преодолеть давление внешних факторов за счет укрепления экономического, финансового суверенитета. Кризис не стал для страны неожиданным, а одобренный антикризисный план будет направлен на поддержку банков и аграрного и промышленного комплексов. При этом российский лидер призвал глав регионов пресечь все возможные спекуляции с ростом цен. Что нельзя откладывать ни при каких обстоятельствах. Особое внимание уделено положению дел на рынках продовольствия и других товаров первой необходимости. И прошу вас постоянно отслеживать здесь ситуацию, чтобы принимать своевременные меры. Мы знаем с вами хорошо о росте цен, и далеко не всегда ссылки на то, что происходит во внешней среде и у нас в экономике, обосновывают тот рост, который мы наблюдаем. Здесь нельзя никому позволять спекулировать на каких-то проблемах. Да, они есть, но часто рост цен и эти проблемы несопоставимы друг с другом. Кроме того, Владимир Путин заявил, что регионы могут завершить начатые экономические проекты и приступать к реализации новых, но не забывая об источниках финансирования.